Всем привет, ребята! Сегодня к нам в гости пришли Little Pony в яйцах шоколадных от Chupa Chups. Попробуем собрать коллекцию. Поставляются лошадки наши в такой вот коробочке. Я взял целую упаковку, чтобы собрать коллекцию. Очень красивая упаковочка. Сейчас будем с вами распаковывать шоколадные шары и смотреть, что же нам попадется. Будем собирать коллекцию вместе. Ну что, ребята, давайте открывать шарики. Попробуем собрать коллекцию вместе. Давайте смотреть, что лежит внутри. Надеюсь, нам повезет. Вот такой вот идет вкладыш, красивый. В коллекции у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лошадок должно быть. Попробуем их всех собрать. Ура, ребята, это же Applejack. Смотрите, как она хорошо сделана. Хорошая будет коллекция. Повезло бы нам собрать бы всю коллекцию из одной коробочки. Ставим ее в домик. Давайте дальше открывать. Смотрим, что нам повезет. Попадется ли следующая лошадка. Ура, это другая лошадка. Ура, нам попался пони Винил Скрэйч. Смотрите, какая она красивая и модная. У нее нотка нарисована. Прям модная, красивая лошадка. Пока что два яичка открыли, у нас две разные лошадки. Пусть она идет к подружке. Давайте открывать следующий шарик. Пока что все у нас идет удачно. Надеемся, что так и будет дальше. Так, смотрим, что идет здесь. Нам опять попался Applejack. Ну ничего страшного, лошадка очень красивая. Давайте поставим ее. Давайте открывать следующий шарик. Надеемся, нам повезет. Смотрим, что попалось нам здесь. Ура, это новая лошадка. Пони. У нас такой еще нету пони. Смотрите, какая она красивая. Это же Пинки. Какая у нее красивая красная грива. Какие у нее красивые цветочки, шарики. Какие у нее красивые шарики. Ура. Давайте, пусть она идет к своим подружкам. Мы уже распаковали 4 шарика. И у нас всего пока один повтор. Это пока удачно. Шарики у меня рассыпаются. Я их нес с улицы. Они чуть-чуть замерзли. Из-за этого при открытии они все рассыпаются. Сейчас мы их будем открывать в фольге, чтобы они не лопались. Не рассыпались. Смотрим же, что нам попалось дальше. Мы видим, что это опять Applejack. Третий Applejack уже. Коробочка была полностью закрыта, новая стояла на витрине. Попробуем собрать коллекцию. Но у нас уже из 5 яичек 3 Applejack попалось. Пони. Пока что Applejack самая популярная лошадка. Открываем следующее.
Ура, это новая лошадка! У нас еще такой нету. Класс, это же радуга. Смотрите, какая она красивая. У нее хвостик весь разноцветный. Какая же она красивая. Игрушечки все качественные. Будет отличная коллекция. Ура, у нас уже 4 разных лошадки из 10. Пусть идет к подружкам. Давайте открывать следующий шарик. Посмотрим, что здесь у нас. Какая пони. Какие же они все-таки красивые, эти пони. Сейчас мы упаковочкой откроем, чтобы не рассыпалось у нас. И здесь что у нас? И опять, ребятки, повтор. Такая пони у нас уже есть. Опять нам попался винил Scratch. Все она красивая. Пусть идет к друзьям. Так, ну что, давайте откроем новое яичко. Конечно, мы хотим, чтобы была другая пони, которой у нас нет в коллекции, чтобы нам ее собрать. Что же нам здесь попалось? Ура! Это новая пони. У нас такого еще нету. Ура, это же маленький дракончик Спайк. У нас такого еще нету в коллекции. Круто. Какой же он красивый. Смотрите. Круто. Ставим его тоже в коллекцию. Какие красивые фигурки. У нас уже из 8 яичек у нас уже 4 собрано. Осталось нам 6 собрать. Надеюсь, больше не будет особо много повторов. Что у нас здесь? А здесь у нас опять Applejack. Что-то очень много Applejack'ов попадается. Уже 4-й у нас Applejack из коробки. Ну ладно, что делать. Пробуем дальше собрать. Сейчас уже мы будем собирать вторую часть коробочки. Первая у нас закончилась. Надеюсь, нам повезет, и мы соберем коллекцию. Давайте смотреть дальше, что же нам попадется. Что же у нас здесь? Ура, у нас такой нету пони еще. Смотрите, ребята, смотрите, какая она красивая. Во, какая она классная. Это же нам попался Трилайт Спаркл. Класс. У нас такой еще нету пони в коллекции. У нее темно-фиолетовый цвет. Хвостик разноцветный, рог есть, крылышки. Класс. Давайте поставим ее к подружкам. Пусть они гуляют или дружат. Давайте дальше открывать. И что же здесь нам попалось? Я вижу, что это желтый цвет. Это опять Applejack. Но Applejack другой, в шляпке. Ура! Такого у нас тоже еще нету. Круто! Смотрите, какой он красивый. Модница прям в шляпочке ходит. Давайте ее тоже ставить к подружкам. Класс! Давайте откроем следующий шарик. Хоть бы нам попалась поняшка, которой у нас нету. Классно было бы. Но, похоже, у нас такая уже поняшка есть. Это опять Пинки нам попался. Ну и что, все равно он очень красивый, Пинки. Не шарики на боку. Все очень классно сделано. Классная фигурка. Давайте откроем следующий шарик.
Здесь у нас попался опять дракончик Спайк. Веселенький дракончик. Но ты у нас есть. Почему же ты опять нам попадаешься? Давайте откроем следующий шарик. У нас осталось всего 4 шарика, это 5-й. Надеюсь, мы соберем все-таки коллекцию. Так хочется. Так, что у нас здесь? Это опять радуга. Ну, радуга у нас уже есть. Конечно, ты красивая, но хотелось бы другую пони. Ну ладно, пусть идет к друзьям. Открываем следующий шарик с пони. Итак, что у нас здесь? Ну-ка. По-моему, ребят, у нас такой нету еще лошадки. Ура, у нас такой нету. Смотрите, какая она красивая, у нее какие волосы классные розовые. Ура, это же Флаттершай, класс, у нас ее нету. Какая же она классная, ура. Ура. Иди к своим друзьям. Так, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 лошадок у нас из 10 собрано. Осталось у нас 3 яичка. Надеюсь, нам повезет. Давайте откроем. Так хочется собрать коллекцию из одной коробки. Что же нам здесь попалось? Это, походу, опять Эпплджек. Ну да, это опять Эпплджек. Самая частая фигурка. У нас их уже целых 5 штук. Ну ладно. Давайте открывать еще последние 2 шара. Что у нас здесь внутри? И опять Эпплджек. Ну что ж такое-то? Чего ж нам так не везет-то? Уже 6-й Эпплджек. Ну как так? И открываем последний шарик. Коллекцию мы уже, к сожалению, не собираем. Нам не хватает 2 пони. И здесь опять дракончик Спайк. Так, ну что, ребята, у нас, к сожалению, только 8 лошадок. Остальные у нас все повторы. Закончились у нас все шоколадные наши яички. Но я хотел собрать коллекцию, побежал в магазин, купил еще 3. Наверное, нам повезет, может. Давайте попробуем их вскрыть, посмотреть. Может, все-таки нам получится собрать коллекцию. Так хочется. Давайте откроем их. Так, здесь мы видим опять Пинки. И Пинки у нас уже есть. Давайте открывать еще 2. И здесь у нас... Ну, повезет нам... Нет, опять это радуга. Такая у нас тоже уже есть. И открываем последнее. И такая тоже у нас есть лошадка. Пони. Ну ладно, ничего страшного. Попробую поменяться с друзьями. Возможно, мне они подарят что-то. Ну что, ребята. Мы купили еще 5 яичек с пони. Давайте попробуем все-таки собрать коллекцию.
шарик наш. Здесь у нас опять дракончик Спайк. Обидно, ну ладно. Осталось у нас 3 шарика еще. Ура, ребята! Ура! Супер! Круто, смотрите! Ребята, это же рарити! Наконец-то она попалась! Смотрите, какая она красивая! Синие волосы, белая. Отлично будет смотреться в коллекции. Класс, мы собрали почти всех. Остался нам один, доктор Хуфс. Посмотрим, попадется ли он нам. Если попался, было бы очень здорово. Осталось у нас 2 яичка. Давайте откроем, посмотрим. Скрещиваем пальчики, чтобы он попался. И у нас была коллекция. И здесь опять Applejack. Ну что ж такое-то, что-то их много в этой серии прям. Ну что, остался один у нас шар. Будем думать, что здесь нам попадется мистер Хуфс. Было бы очень здорово. И здесь... И здесь мистер Хуфс! Ребята, это просто супер! Я так рад! Ура! Ставьте лайки всем, кто рад вместе со мной! Это же классно! У меня теперь коллекция! Смотрите, это он, мистер Хуфс! Класс какой! Класс, 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 класс! Ура! Смотрите, ребята, вся коллекция! Круто! Смотрите, классно! Вот это супер коллекция у меня теперь! Ура, вся коллекция собрана, как на картинке. Супер, ребята. Видео получилось отличное. Вся коллекция в сборе. Почти из 2 коробок мы собрали полный комплект. Я покупал полностью 1 коробку запакованную. И из 3 коробочек я взял 9 яиц других. И в результате мы собрали коллекцию. Это отличный результат. Вы сами видели, как в последних 2-3 яйцах мы собрали 2 недостающих нам лошадок. Как я понял, они достаточно редкие, вот эти 2, особенно Little Jack, они в основном попадались. Спасибо, что скрещивали пальцы, чтобы мне попались последние фигурки, они попались. Спасибо вам, ребята. Подписывайтесь на канал, будет много новых обзоров, киндеров и всяких интересных игрушек. Ребята, будет весело. Всем пока!